Первые демократические выборы в Мьянме принесли победу оппозиционной партии «Национальная лига за демократию» во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Предварительные данные избиркома указывают на подавляющее преимущество демократов. Так, из первых 54 распределенных кресел ее представителям достались 49, тогда как правящей партии «Солидарности и развития Союза» всего 3. Я надеюсь, что теперь у нас не будет репрессий. Я думаю, что партия Суджи может принести нам свободу. До сих пор у нас было правительство, которое всегда нас контролировало. Я надеюсь, что это произойдет. Но я не уверен. Все зависит от них. Несмотря на результаты выборов, военные сохранят весомое влияние. За ними закреплена четверть мест в парламенте, а также право в случае возникновения угрозы Мьянме в любой момент сместить президента. Этот пост Аун Сан Су Джи занять не сможет, так как Конституция запрещает талицам, чьи супруги или дети имеют иностранное гражданство.